что такое гибрид? Это вот традиционная косметика, которая, и там дальше вот сейчас, это преимущество вот идут. Сейчас вот первое преимущество, чем он отличается. Здесь вместо воды используется экстракт сливы кокоду. То есть это круто. Это очень, потому что экстракт сливы кокоду вместо воды. Этот экстракт, он в 50 раз больше витамина С содержит, чем экстракт апельсина. Представляете, это очень серьезная штука. То, что основатели компании Adgenis отказались от воды и использовали экстракт сливы кокоду. Очень мощный антиоксидант, потому что кожа нуждается в защите. Следующее преимущество. О, вот оно. Здесь я немножко остановлюсь. Вот, вот это очень серьезно. Дальше будут там компоненты традиционные, но там много полезных компонентов. И экстракт орехов, макадамии, и там ну, много всего. Это знаете, как ну, во многих косметиках есть натуральные, такие природные экстракты, полезные вещества. Это много косметик вот это делают. Вот их нанесли, и они тут что-то, ну где-то что-то, вообще в кожу проникнуть очень сложно. Это барьер, это кожный барьер конкретный, это защитное свойство. Одна из функций кожи – это защита. Она ничего не должна туда пропускать. И попробуй туда что-то пройти. А там дальше будут вот эти полезные вещества. Они так подобраны хорошо. Там синергия. Синергия – это одно полезное вещество, усиливает действие другого. Но революция вот в этом. Косметические дроны. Вот я хочу просто обратить ваше внимание, что это круто. Это вот улучшение здоровья кожи, улучшение физиологии кожи. Потому что там, где физиология, это я против неестественности. Я против ненатуральности. Знаете как? Против нефизиологичности. Я категорически против. Вот те фотографии, которые были, ну, больно смотреть, да? Потому что это известная наша актриса, всеми любимая, и смотришь. Вот у меня что-то как-то вот не по себе, это что человек хочет сохранить красоту кожи, хочет сохранить молодость, и идет на вот эти вот все косметические операции, пластические операции, ботоксы и так далее. Это не физиологично. И у этого есть последствия. Вы увидели эти последствия. Но когда мы работаем с физиологией, улучшаем физиологию кожи, то есть как она должна работать, вот поддерживаем. Кожа сама начинает себя омолаживать. Вот обратите внимание на девушек, которые вот 18 лет, 16 лет, да, 20 лет, 25. Какая у них красивая кожа. Им не надо ничем там пользоваться. И так вот она упругая такая, чувствуется, что увлажненная такая, налитая, никаких морщин нету, гладенькая. Смотришь, прям цвет кожи идеальный просто. Они еще молодые. У них еще процессы старения еще так не начались. Понимаете? Знаете, что там происходит? Там есть своя поддержка. И ученые открыли, что оказывается в нашем организме есть такие мелкие-мелкие вещества, которые называются пептиды. Вот эти пептиды, они восстанавливают, регенерируют кожу. Они там стимулируют и вызывают синтез коллагена, эластина, гиалуроновой кислоты. Внутри там, они там, вот в коже, там, они живут там. Это обрывки аминокислот, обрывки, которые соединены. Вот представьте себе, аминокислота, которая вот одна, а их там много в белке. И вот обрывок этой аминокислоты маленький, и несколько обрывок соединились, он мельчайший вот этот пептид, он и встраивается там, где надо, там, где есть повреждения. И они много чего там, они физиологию поддерживают. Так вот, с возрастом, с годами, вот количество этих пептидов резко падает. Поэтому мы видим отражение этого падения на лице. И вот
появились, ну, а, допустим, ну, можно взять пептиды, в косметику положить, вот пептиды, это и делают, положили в косметику и намазались этой косметикой. Эффекта, ну, почти никакого. Почему? Потому что они же не знают, куда им надо там попадать. Ну, они вот здесь вот, то есть они не попадают туда по назначению, в клетку, которая нуждается в этом особе. Они не попадают. Они могут летать там где угодно, ну, знаете, такое броуновское движение. Там надо вот туда, а они туда пошли. Ну вот как поплыли, так и поплыли. Там. Да, правильно. Спасибо. Вот. И здесь, в этой косметике, используются дроны. Вот это вот, вот это инновация. Вот это очень круто. Это просто у меня, ну, вот, я восхищаюсь просто этим. Вот структура пептида, посмотрите. Ну, структура дрона. Двух капсул, двойная капсула, вот она. И вот внутри, там, где А, это вот активные ингредиенты, туда пептид помещается. Это вот технология изготовления, не дешевая, кстати, очень. Представляете, пептид, он мельчайший. Еще, вернее, вот этот дрон, еще пептид еще меньше, его туда нужно поместить как-то. Как его туда засунуть? Это, ну, вручную не засунешь никак. Это бесполезно. Это новейшая, дорогостоящая технология. Так вот, у этого пептида есть, вот посмотрите, элегант. Вот эти молекулы, которая по периферии. Вот это система наведения дрона. Это просто уникально. Система наведения. То есть дрон, там он дрон, это ясно, что он доставляет. Но когда у него есть система наведения, когда вот эти леганды, они улавливают определенные колебания от тех клеток кожи, которые нуждаются именно в оздоровлении, вот они нуждаются, они кричат нам плохо, нам вот очень плохо, нам, ну, помогите, тут у меня такая сушь, тут никакого увлажнения нету, коллаген тут вообще с коллагеном никак, фибробласты там болеют, понимаете, коллаген, эластин, вот, страдаем мы, этот дрон своими легандами улавливает, и сразу этот пептид, который внутри, раз туда, раз сразу, то есть направленное движение. Так вот, 92% дронов всех достигают своей цели. Как вы считаете, это круто? 92%! Только 8 пролетели мимо. Там у врагов ПВО стояло. И как-то вот они их это... Да, обошли там. Вот. Ну, 92. Эффективные дроны. 92%. И получается, что с одной стороны, обычные полезные вещества, вот они работают. Все. Ну, без них нельзя. Если бы только одни дроны, это не было бы так эффективно. То есть вы там чуть попозже увидите вот эти обычные полезные. Они тоже работают. Плюс, почему гибридная косметика, плюс дроны. А дроны в самую глубину, они проникают в самую глубину. Проблема проникнуть. Дроны проникают. И вот эти пептиды достают эту клетку, они попадают в клетку туда. Капсула дрона там растворяется в этой клетке, потому что это натуральное все. И все. И этот пептид включается в процесс. Он начинает помогать клетке запускать, он ее оздоравливает, помогает клетке запускать синтез коллагена, эластина и синтез гиалуроновой кислоты. Понимаете, как круто? Получается, это оздоровление, омоложение кожи, увлажнение кожи. Значит, эластичность кожи изнутри. То есть мы полезными веществами, которые чуть позже увидите, снаружи, а дроны проникают туда, и процесс пошел изнутри. И сочетание это, вот, знаете, как, ну, две армии, они работают. Это снаружи, а это изнутри. И опа, вот это вот все. Ух, круто. Да.
Значит, про дроны понятно, да? Сейчас мы про пептиды там чуть-чуть попозже. Следующее. Вот еще. Гиалуроновая кислота. Гиалуроновая кислота содержит... Это косметика содержит 7 форм гиалуроновых соединений. Ну вот если просто взять гиалуроновую кислоту. Просто. Ну, чем она так хороша? Потому что она удерживает, вот, она способна удерживать вокруг себя много воды. Много. Вот одна она, знаете, сколько там воды захватывает? Ух! И все знают, что гиалуроновая кислота хороша для кожи. Потому что кожа, в первую очередь, ее надо увлажнить. Увлажнение. Значит, и вот косметика на основе гиалуроновой кислоты. Начинаем. А она тяжелая молекула. Тяжелая. Она не проникнет через кожный барьер никак. Она только на поверхности где-то чего-то там поплавает и все. А внутрь она не проникнет. И поэтому морщины устраняются. Потому что там надо изнутри увлажнять хорошо. И поэтому давно уже используются соли гиалуроновой кислоты. Потому что соль она такая маленькая. И разные соли есть. И вот эта соль, она проникает, она способна проникать. Так вот, есть 7 соединений, 7 форм вот этих солей гиалуроновой кислоты. Первое, низкомолекулярная гиалуроновая кислота. Она на самую глубину проникает, и там превращается из вот этих вот солей в саму молекулу гиалуроновой кислоты, и, соответственно, начинает удерживать воду до самых глубоких слоев. То есть глубина получила... Глубина. Дальше. Нам же не только нужно, чтобы глубина получила. Нужно, чтобы эпидермис получил вот это на глубоких слоях. Не просто дерма, а эпидермис. Вот среднемолекулярная гиалуроновая кислота. Увлажняет непосредственно эпидермис, насыщает кожу энергией, увлажняет ее. И есть еще высокомолекулярная гиалуроновая кислота, которую необходимо оставить вот на поверхности. Потому что сверху, верхний слой эпидермиса, его тоже нужно увлажнить. И вот эти 7 форм гиалуроновой кислоты делают это идеально. Дальше. Вот восхищает богатейший состав экстрактов лечебных растений. Вот я вам говорил уже масло орехов макадамии. Можете прочитать, что они делают. Я не буду подробно останавливаться. Масло виноградных косточек, аргинин, витамин Е. Ну, витамин Е вы знаете, что мощнейший антиоксидант. Экстракт аниса, центелла азиатская. Дальше это еще не все. Дальше экстракт жемчуга, там белок такой классный просто и антиоксидантные свойства. Прополис, солодка, все экстракты. И экстракт водорослей, джаниарубинс. Это особенно, он богат таурином, действует как энергетик. Ну, кожа тоже нужно, чтобы она получала энергию. Это еще не все. Вот пятое.